О том, что неблагоприятные экономические факторы не должны повлиять на реализацию проекта в сфере обороны, заявил сегодня Владимир Путин. На совещании обсуждали работу фонда перспективных исследований, который призван содействовать разработке новейшей военной техники. Проекты фонда, по словам президента, должны не только стать основой российской системы вооружений, но также могут эффективно использоваться и в гражданских областях. Речь идет в том числе об уникальных технологиях, не имеющих аналогов в мире. Владимир Путин подчеркнул, работа в этом направлении останавливаться не должна и призвал в сложившихся условиях использовать ресурсы крайне рационально. Выделенные средства следует использовать крайне рационально. Мы с вами знаем о тех процессах, которые происходят в мировой экономике, знаем о том, что происходит на мировых рынках, где мы представлены наиболее серьезно и как это связано с доходами, в том числе с доходами бюджета. Поэтому, если есть вещи, которые нельзя называть абсолютно приоритетными. Что-то, может быть, придется, как в таких случаях говорят, по графику сдвигать вправо. Но это подлежит специальному анализу и рассмотрению. Но что совершенно точно, это нужно завершать те работы, которые уже начаты, те, которые идут, и те, которые крайне нужны на нашем армии и флоту. Имею в виду перспективную экипировку военнослужащих, стрелковое вооружение, информационно-разведывательные комплексы.